В артезианской СОЖ имени Бащаевой состоялось открытие спортивной игровой площадки, сообщает пресс-служба правительства Калмыкии. В торжественном мероприятии приняли участие зампред правительства республики Андрей Чиджиев, представитель АО КТКР по связям с правительством Калмыкии Мингиян Батнасунов. На реализацию благотворительного проекта Каспийский трубопроводный консорциум направил свыше 11 миллионов рублей. Теперь у местных ребят есть свое футбольное поле, баскетбольное и воркаутное площадки, также уличные спортивные комплексы. Обустройство современных и должным образом оснащенных спортивно-игровых площадок для занятия разными видами спорта станет долгосрочным вкладом в развитие социальной инфраструктуры поселка, обеспечит безопасные условия для физической подготовки детей и подростков, а также широкие возможности для организации активного досуга. В апреле этого года глава Калмыкии Батухасиков и генеральный директор КТК Николай Горбань подписали соглашение о сотрудничестве между консорциумом и республикой. В соответствии с документом КТК продолжит поддержку ряда социально значимых сфер жизни республики – здравоохранения, образования, культуры, детского спорта, а также оказание адресной помощи наиболее уязвимым группам населения.